Привет, друзья, с вами Рашталин Зука. Мы продолжаем прохождение игры Gears of War 3. Итак, на чем мы остановились? Это все мы пытаемся похитить баржу. Блин, тут как раз самый замес начался. Так. Рончики возьмем. Сейчас мы начнем всех крошить. Летающие твари появились непонятные. Мини-баржа, что ли, я не знаю. Че за ракушка стоит, не пойму. Так, а эти вот желтые не взрываются, фонарики. О, огонь из них, круто. Будем так и делать. А вот эта баржа, которую мы должны, по идее, угнать. Вау, ты с нее что ли стреляют? А, ты оттуда еще десантируются. Ну, короче, да, значит, мы сейчас всех завалим, и баржа будет нашей. Так, вот про эту башню он говорит, что ли, да, то, что... Сейчас зачистим их, короче, это. Через нее мы заберемся на баржу. Ух ты, спрятался, может, ящики там. Ой, что это? Не заметил, как эта хрень прилетела, откуда она взялась. Блин, чуть такой там ползает за тело. Так, надо вниз спускаться. Кстати, ребята, недавно вы многие видели, да, была в, ну, на канале, у нас на канале была голосовалка по поводу онлайн мяса на Xbox 360, и с большим преимуществом большинство проголосовало за то, чтобы это мясо состоялось. Так что я думаю, в ближайшее время мы его организуем. Конечно же, по Gears of War 3 обязательно, и по Halo Reach. Следите, если что, за объявлениями. Ну, я думаю, это будет не раньше апреля. Но если все нормально, все срастется, то возьму себе Gold статус в лайве и сразимся. Все-таки главное не платформа, а какие игры на ней выходят. И есть игры, которые вот реально подходят, мне кажется, для мяса. Вот это одна из них. Так. Так, ну что, эта башня имеется в виду, Лик? Или там дальше что-то повыше есть? Что ты сказал, здоровяк? Тупой. Тихо. Когда он говорит, он сразу выстреливает. А, сдох, скотина. Так. Блин, эти хрени летающие опять. Похуже на этих крэнков. Из черепашки. Да, нам куда-то дальше, значит, где там эта башня-то находится, я что-то не пойму. Должна пилить-то. Что у нас сейчас из оружия есть? Только есть, ну-ка, может, тех дальних товарищей локустов. О, отлично. Есть кто еще живой? Там, по-моему, какое-то тело высовывается. Эй, куда-то пошло тело.
Так, оно вернулось. По-моему, хочет сесть за пулемет. А вот тут уже сел. Чего? Вроде врагов не видно, чего там пуляете-то, я не пойму. Или где, или они где-то тут. Нет, кто стреляет. А кто? Ага. Ну-ка, как его добить-то можно? Красиво. О! Просто я помню, что в армии двоих. А, вон башня-то. В армии двоих можно было лежачих по-красивому добивать, а игра на том же движке сделана и там, ну, графически похоже. По армии 2 тоже можно было бы онлайн мясо проводить, но там всего лишь 2 на 2 или там максимум, короче, 6 человек. То есть не очень здорово и довольно какой-то там медлительный. Мультиплеер, я думаю, в герзах будет покруче. Marcus, it figures the Queen would be behind all of this. Yeah, it's her we're gonna have to deal with, one way or another. Кстати, у нас патроны кончились. А, нет, еще один патрон есть у снайперки. Ну ладно, тогда ее оставим, вдруг пригодится. Я, конечно, прям таких моментов, чтобы она прям вот нужна была, тут что-то не попадается, но вдруг. Yeah. Now let's get up there. Так, и как мы туда взберемся? А, ну вон там звездочка показывает. Значит, там будет лесенка. Ну, посмотрим хоть на пейзаж-то, а то мы особо внимания не обращаем. Ну так, издалека тут замылили все. Отразите нападение баржи, а как она нас будет нападать? Куда стрелять? Орудие? А, вон точно. Там что-то стреляет и краснеется, когда в нее целишься. А, сука, нифига себе! Кстати, вот не знаю почему, но мне как-то вот в этой игре прицеливаться тяжелее, чем в играх на PlayStation. Смотрите, она качается, я даже не могу попасть. Вот сюда закинуть что-нибудь на борт. Ну-ка попаду или отразится, отлетит. А вон враги спускаются. Grab it.
Так. Что-то сейчас было. А, ну еще враги. Не думаю, что там много может врагов на этой барже засидеться. Вот пока уже шестых выпустила. Не, что-то вот сейчас не эти места, где пушки особо. Значит, там враг за ним когда сидел. Нужно было по ним стрелять. О! Все, сейчас мы их завалим и засядем туда. Да ёлы-палы! Блин, не успеваешь высунуть, сразу пулю схватываешь. Чё он там засел? Все. Как залезть? А он еще дохло, сейчас мы его добьем. Как-нибудь красиво. О, вот оно чё. Это мы любим. This is the last time I fly with a budget airline. Okay, ladies and gentlemen, if you look over the side, you might see Anvil Gate, the lovely historic city of Anvagad. It is lovely, right? Even Sam says it's the ass end of the world, and it's her hometown. Да, очень быстро субтитры сменяются и довольно мелкие все-таки. Как-то я не знаю, почему разработчики не предусматривают, чтобы субтитры были крупнее и подольше, чтобы они на экране задерживались. А лучше бы вообще эту игру озвучили на русский полностью. У нас нашлись бы нормальные голоса, чтобы для этого дела. Так, ну сейчас так чувствую, мы сейчас будем отстреливаться от кого-то. Кстати, смотрится все довольно теперь круто во время полета. О, вот там враги-то. Вот, наверное, с ними-то мы будем воевать. О, точно, теперь можно сесть за пушку. Че, все что ли? See the extra barge coming in? That's us. Ejected for a barge? Damn, Marcus, you got some hangers. Hangers? Son of a bitch. Go get those grubs off your back. Hang on. А, просто это во время разговора нас выкинуло из турели. Сейчас мы их попробуем подбить. Вот лучше целиться, пока не пойму. Там какой-то ящик, да, можно взорвать, да, и канаем тогда. Блин, как ж... Перезаряжай, давай, давай, давай. Да не попадаю, нифига. Куда влево пошло? Так, ну-ка, вылезаем. Попробую так пострелять. Отлично, даже проще. Где наши все тут? От кого они прячутся, я не пойму. Bear, get this thing as close to the ground as you can. We're going in. Все, налетали что ли уже? Быстро. Just in case it decides to go exploring without us. Что он там заминировал?
You taking on the Grub Army single-handed again, Dizzy? I guess I should learn my lesson against Scorch. Well, looks like you learned plenty. Что, погнали спасать Дизи. Да ё... Я сейчас туплю с перезарядкой. Блин, у меня курок у джойстика, блин, скрипит. Джойстик новый. Раздражает немного. Хваленые, блин, иксбоксовские джойстики. Так, это что, поменять? Это огненная вроде граната, что ли? Ой, это что за тварь появилась? Блин, новый тварь появляется, появляется. Ай, ёпта, опять. Кого он там отстреливает? Кто-то засел и не вылезает, да? А, у меня же нет гранат, а почему же этого не взял-то? Ступил. Так, ну-ка, если наверх забраться, там что-нибудь есть? Может, что-то секретненькое, полезненькое? Кстати, смотрите, как прикольно сделана анимация. То есть у персонажа в руках было оружие, и он начал залезать одной рукой. То есть не то, что у него сразу оружие какое-нибудь исчезло, как в некоторых играх, а он реально держит одной рукой, как положено. Это... Такие мелочи не могут не радовать. Пили, пили! Молодец! Wasn't expecting to run into you boys again. Come on, help me move some of this ammo before the goddamn grubs come back. I found a stash back here before the grubs jump me. Fort needs every round we can get. Dizzy, we've come to find Hoffman. Last time we saw you, you were both heading for Anvil Gate. Yeah, he's got the fort fitted out real nice. I drive this route trading supplies with other camps. When I can slip past the goddamn grubs, that is. But has he still got Prescott's data disk? You know, the one I could never crack? Because we really need it. Sure he has. He's still cussing about it. Hey, you found the magic word to open it? Long story. Let's grab the supplies and go. Подозреваю, что этот ковбой тоже присутствовал в предыдущих частях Gears of War. This is more like it. Serious stopping power. Grab whatever you can carry. Нагрели патрончиками. А что, больше ничего тут нет? О, огнестрел. Это, видимо, сейчас можно будет так взять и походить с ним. Самое мощное дальнобойное оружие в арсенале коалиции. Большинство... Блин, вот, не успеваешь прочитать, ну что за фигня? О, патрон для снайперки, не зря я ее не выкинул. Хотя сейчас бы я смог ее и так взять. Так, больше ничего такого интересного. Ну, какие-то стволы тоже. А, гранатомет, арбалет. Арбалет. Арбалет я не видел, не помню, по крайней мере. Так, еще граната. Sweet. Ну что, поперли? Ребята. О. Понятно. Так, ну а что? А что такое-то? Что там такое лежит, что нужно взять? Здесь ничего вроде. Соберите оружие и патроны. Вроде я собрал, нет? Выложить. Так, ну-ка, сейчас. Так, нет, все, он не хочет больше ничего брать. Молот зари. А, ну, мне его, ну, в смысле,
вместо пистолета его взять. Он не берется вместо пистолета. А, или просто его поднять можно. Нет, поменять. Я не хочу. Или что? Обязательно это делать? Нажимаете, удержите РТ и держите прицел в одной точке, чтобы... Блять, ну что ж так быстро-то у вас все? И чё? Куда-то показывают, куда стрелять? То есть это наводка какая-то, что ли? Не, ну я не знаю. Ну давайте, ладно, хрен с ним, с этой штукой побегаю. А потом всегда свою пушку возьму, наверное. Ну-ка, арбалет. Может, уже все оружие перепробовать? О, фига себе, взрывающийся. Короче, надо все оружие перепробовать, я так думаю. Прежде чем мы пойдем дальше. Вот такая пушка у нас была уже. Ладно, я беру тогда арбалет. Так, ну и чё? Что-то я не понимаю. Дальше куда? Ничего не понимаю. Почему-то не идет игра дальше. Может, зависон какой-нибудь? Не хотелось бы загружать чекпоинта. Так, а что мы еще можем сделать? Может, приказ надо отдать кому-нибудь из них? Да нет, вроде. Ладно, попробую пройти куда-нибудь. Ну, пошли вроде. А, все поперло. О, ну ладно. А, вот сейчас мы испробуем, да? Блин, пока он прицеливается, натягивается тетива. Враг уже, блин. Ну! Блин, вибрировать начало. То есть он долго не может держать, хотя он это как лук скорее, чем арбалет получается. Да он выглядит больше как лук. Так, надо тогда все-таки взять тяжелую пушку попробовать. Огнестрел. В кого стрелять-то? Никого не вижу. Ой, ёпта, какая странная пушка тоже. Ну давай попади хоть раз, хоть понять, что она себя прицелит. Да ёб, кто-то перед прицелом-то прыгает, а? Что ж за... Боты, блин. Сносит неплохо, но я не очень понимаю самого смысла пушки. Стену вроде убивает. Ой! Что это было? Где сверху идут на абордаж? Не вижу пока. Так, наверх с этой пушки я подняться, наверное, не смогу. А, вот! Вот для чего эта пушка, чтобы убивать здоровых тварей. Их патрон закончился. Ладно, будем из лука стрелять.
Ой-ой-ой, летающие твари прилетели. Так, они что, баржу захватывают? Пошли наверх. Эх, путаюсь, кнопка, как всегда. А вон там еще одна тварь. Смотрите, видите, с лука заряд ее с одного выстрела не смог убить. Ну-ка, давайте взорвать эту тачку с баллонами. О, другое дело. Была та пушка. Эти вон не убивают твари нифига просто так. Для рядовых противников больше подходит, видимо. Все, стрелы кончились. Валим на склад, наверное, я так думаю. Посмотрим, что там еще полезное можно взять. Так, значит, тут арбалет, ну-ка, гранатометчик возьмем. Черт, они его завалили. Я не успел опробовать гранатомет. А, наверное, вообще-то я его тоже уже брал, мне кажется. Там еще одна пушка осталась, которую я хотел попробовать, которая там с лазерным прицелом, да что-то такое было там. Так, где она? Здесь что-то такое было, валялось. Блин, куда я ее дел? А, вот молот зари. Вот что я хотел попробовать. Непонятно, что она делает. Так, а что, мы возвращаемся, что ли? Подождите-ка, я сейчас посмотрю, может, тут какие-нибудь вещи остались нужные нам. Для трофеев, для ачивментов. Вот, какая-то бумажка. Грузовая декларация. Это что, перевод, что ли, того, что там на бумажке написано? Да, это ваш старый приятель Берт. Я вернулся из очередной исследовательской экспедиции в логово Саранчи. Похоже, все уцелевшие на этом прогнившем дерьмовом корабле прекратили орать «Мы тонем!» и внезапно проявили интерес к оставшимся ресурсам. Чем меньше вещей у нас остается, тем дороже они становятся для нас, даже если остается всего лишь пара банок прогорклых бобов в камбузе. Что значит прогорклых? Не знаю, что за слово. С тем, кто их тащил, я отдельно поквитаюсь. Думаю, не только нам пришлось затянуть пояса. Судя по этому документу, саранча тоже переходит на сокращенный рацион питания. Они стали настолько тщательно охранять каждый груз, что Михельсон перевернулся бы в гробу от зависти. Кроме того, любая саранча, которая возьмет больше причитающейся ей доли, уничтожается на месте. Нелегкие времена. Да, можно получить гораздо больше удовольствия, выбив из этих тварей дерьмо с моими новыми знаниями. И кто говорил, что исследование – скучная работа? Так, наверное, все. Этот эффект трясущейся камеры, немножко от него глаза напрягаются, когда вот так вот бежишь. Кстати, этот эффект вам впервые появился на играх поколения Xbox 360 и PlayStation 3. Я еще обратил на него внимание в GTA 4, когда только вышла она на консолях. Так, о! Память о павших. Все 15 найти, а где их все найти 15? Это, как всегда, я уже провафлил кучу, наверное, пока мы проходили. Арбалет. В смысле? Арбалет нам не нужен. Мы еще эту пушку не испробовали. Спрыгнуть никак, только по лестнице, значит.
что, опять на баржу? Заодно испробуем там где-нибудь. Там к барже кто-то уже летел, значит, сейчас там враги, наверное, будут. Come on, Baird, you're driving. You can't drive this. You admire the view and hope the nav program works. А, нельзя будет управлять эту штуку. Good enough for me. То есть она сама по каким-то определенным курсам, по базам лопустов летает. Акт 2, глава 7, посадка. С кем мы там отстреливаемся? Не вижу, нихрена. А, о! Ну-ка, ну что мы можем с этой хренью делать? Не понимаю вообще, что она делает. Либо это не то место, где можно ее использовать. Может, только на суше. Дерьмово. За пушку мне не сесть. О! Да. Давайте вот так сделаем. Вот так вот. Ну что ж ты, блин? Там вон еще враги летят. Ай-яй-яй-яй, сучка летит. На! Блин! С таким запаздыванием. Ну! Как же попасть-то, а? Сколько выше надо пускать, чтобы она попала? Да блин! Жесть какая-то! Так, это что такое? Это что такое тут прилетело? Иди отсюда нахер! This is Marcus Phoenix to Anvil Gate. Over. Ah, damn, I'm just getting static. Foolish boy. Okay. Что-то сейчас срабатывает, но что происходит, я не понимаю. Падаем. А можно было ее загасить, интересно, до падения. Man, everybody in one piece. I'll get back to you on that. Fire! Phoenix, what in the hell are you doing here? There's a column of grubs heading this way, Colonel. Let's get out of here and I'll explain. Okay, mount up! Get on the radio and warn the fort we got grubs inbound. Guessing you didn't come all this way to inquire about my health. No, we've got something for you. The key for Prescott's data disk.
Well, you must think it's pretty damn urgent. Hell, I'd almost given up on the damn thing. Yeah. It contains information where Prescott's holding my father. Azura, ring any bells with you? What in the hell do you mean, holding your father? I got a message from him. He didn't get killed after all. Prescott had him kidnapped. Dear God Almighty! And all that shit's on the disc? Where'd you get the key? Prescott handed it to me today. Just before he died. Well, Phoenix, I have no goddamn idea what to say. And that's a first for me. Contact! Grubs at the front gate! All personnel to stand to position! Я прикольно, что если чувак окажется замешанным в похищении его отца и захочет помешать, узнать всю правду. Не, ну просто могло бы быть такое. Надеюсь, сейчас мы сможем пушку испробовать. Где враг-то? Well, I think we might have pissed them off. We ran into the queen. She's alive! God damn it! Phoenix! Not yet. Давайте попробуем. Ну, что-то она ждет. А, во, во, это уже нужно захватить цель. О, круто. Это, конечно, больше подходит для тех, кто в укрытии сидит. Там уже никого нет. Ой, что, откуда это? Еще тварь. Стоп, я хотел взять другую пушку. Блин, что-то хреново. Так, кстати, сейчас вот эту тварь мы и будем сейчас. Ой, стоп. Так, тихо. Давай. Блин, зараза. Ну правильно, как же наводиться по-другому. Надо быть высунутым наружу. Просто оживили. Спасибо, что живой, как говорится. Ну, давай, блин, все, заряд. А тут точно патроны какие-то, я не знаю. Как будто какой-то авиаудар больше похож. Ладно. Берем простую пушку. Они там палят. С чего? Что за орудие у них? Крепость сходящая, что ли, там вот идет. Блин, попали. Надо что-то какое-то оружие брать, я не знаю. Может быть, тут патроны для молота зари есть. А, ни хрена нету, блин! Где их теперь раздобыть? Что ж тогда, гранатомет? А что, неплохо? Все быстро заканчиваются припасы, пипец.
у нас валяется? Так, граната. Sweet. Патроны. Эти у нас патроны все есть, да? Так. А, огнестрел. О! Вот этот нам сейчас и нужно. Только что мы бежать с ней не можем. Где-то самые такие опасные противники. О! Блин, а как стрелять в нее, блин? Встанем куда-нибудь сюда повыше. Куда мочить? Не пойму. Вниз, может там в морду включать. Что это было? Они прорвались, что ли? По-моему, она неубиваемая какая-то. А-а-а! Что это было? Я сдох, что ли? Охренеть. Что-то мне кажется, катапульт вообще не захерачишь. Непонятно вообще, урон не наносится или нет. Хотя вроде она загорелась сверху, но фиг знает, когда стреляешь, непонятно, нет никакой реакции. А, вот сейчас она в прошлый раз меня так и убила, да? А, бесполезно. Значит, надо сваливать отсюда, короче. Бесполезно, надо с ней воевать. Вторые ворота защищать. Где они, эти вторые ворота-то? Да, блин, надо эту пушку брать. Жесть какая-то пошла вообще. А, тут все завалило. Ёлы-пал. Понятно. Вот эти гранаты здесь сделала, пока он их размахнется, пока бросит, блин, в других играх проще взял, кинул ему, как это в мультиплеере будет реализовано, вообще писать, просто пока ты ее пытаешься бросить, тебя уже попадут, в мультиплеере ты уже сдохнешь наверняка. Эти откуда-то вылезли. И ворота здесь. О, патроны осталось. Последний патрон. Новое оружие брать какое-то.
keep them out. Hold that gate. Yo, bitches, put those goddamn shields down. They just got to kill you. Hey, I promise I'll kill you fast. Блин, что с этими тварями заделать, а? Патронов ни хрена нет. Я пойду посмотрю, может там где-нибудь что-нибудь валяется, какая-то пушка. Так, я понял, мы отступаем. О! Патрон для снайперки, хорошо. Да блин, зараза! Чего ты перемещаешься? Да, что-то мощные враги поперли, блин. Турель занята. О, блин, какие они твари. О, сбили, молодец. Жескач, начался просто жескач. Опять она пиздит, блин. Опять отступаем. Последние средства. О! Блин! Бери пушку, ёпта! Чё он не берет пушку? Чё там за последние средства? Я не знаю. Это мы взяли лансер, что ли? На чем сконцентрировать? Баки какие-то взорвать надо. А, сука, иди отсюда! Ну ёлы-палы! Что ж такое творится-то? Тут за пушку валяется, кстати, хорошая какая-то, по-моему. Ну-ка, дайте-ка мне вот это взять. Взорвать нужно, да, я не могу попасть. Баки вот эти вот с маслом, с топливом. Oh, yeah!
Что сказал, не знаю. For a while, anyway. Yeah, probably just long enough to get rid of the smell of burning grub. Colonel, we better have that talk now. Акт 3, глава 2, спасение. So, this thing your dad's invented. It'll kill off a Lambent. What about the rest of the grubs? No guarantees. Just because they turn into Lambent doesn't mean it'll work on them. But we still gotta find out where Azura is. Shame about the hammer. It's just what we need. Goddamn thing. It still triggers a few satellites, but forget about accuracy. Hmm. Maybe I could fix that. Baird, here's the disc. Amazing. Bernie, you are not gonna believe this shit. It'll have to wait, Vic. Is anyone monitoring the radio net? It's Sam and Anya. They're pinned down outside the perimeter. We're on it, Bernie. Come on, people, lock and load. I'll get someone to drive the truck for you. What? Did I miss something, Blondie? I'll let your old man fill you in. Just keep an eye on his blood pressure. Stay calm, deep breaths, that kind of stuff, okay? Так. Ну что, друзья, на этом месте мы завершаем данную серию. Выберем путь мы в следующей серии. Кстати, можете написать в комментариях, какой путь выбрать, влево или вправо, да? Введите заградительный огонь со стен форта или садитесь на грузовик и заберите Сэм и Аню. В общем, какой путь вы выберете, такой я выберу, друзья. А на этом мы завершаем. С вами был Рашта Рейнзука. До новых встреч!